Ничего, я как-то слышал. Нету. Опускает его еще раз. Достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Ну тот и не выдержит. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Но мутные ни хрена не видно. Thank you.
Слушаю. Внимание! Слушаю. До встречи. Ты его не грохнул часом. Он вырубился даже. Да не сдохнет. С этой пукалки только ворон сбивать. Ладно, тащим его в ангар. Только давай аккуратно, впереди долговский КПП.
Ну и чё нам теперь с ним делать? Да чё-чё, забрать хабар и замести следы. Прихлопнуть его и выкинуть куда подальше. Не перегибаешь? Он очухается и поднимет тут всех на уши. Нам нужен этот кипиш. Да мы сейчас свалим, откуда пришли. Как забор перелезли, так и обратно залезем. Ты, кажется, забыл, ради чего мы это затеяли. Нам нужно больше хабара. С одного этого осла мы накопим себе только на пиво. Его грохнем, а через пару дней еще кого-то захапаем. Плохо это кончится, сука. Ой, плохо. Хватит ныть. За дело, берем бабло со шмотками и валим. Контакт с противником. Подтягивайтесь. Да, не думал здесь бандитов встретить. Что ж, придется разбираться. Вот сука! Мужики, это самое, мужики, вы не стреляйте только! Бля, в натуре, не шмаляйте! Мы же можем договориться! В расход у меня пойдешь. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил в долг, обеспечиваются оружием и отличным... Сражаясь с мутантами,
Проходи, не задерживайся. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Спаси своих родных и близких. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас... Проходи, не задерживайся. Нужно защитить мир. Эх, если б кто помог. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам. Сегодня на арене сразятся два свежайших куска мяса. Кто-то из них вот-вот отправится на корм собакам. Только один уйдет в бар отмечать победу. Поехали! Вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая задача.
Вступи в долг. Стоять! Чужакам на территорию вход закрыт. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны.
Проходи, не задерживайся. Что зона будет? Блин. Тебе сюда нельзя! Дорогой, Сталк. Не остановить, Толк. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты.
Эй, салага, вступай к нам в долг! Thank you.
Сталкер, на территории базы не шали, понял? Стоять! Территория для чужих закрыта. Проходи, не задерживайся. Поговори с барменом. Yeah.